день! С вами Елена Гольникова, автор дачного блогосайта «Практика ведения дачного хозяйства». Сегодня я очень сильно хочу вас познакомить с таким известным автором книг по садоводству, как Дэвид Джеральд Хесайон. Это английский ботаник, доктор 3 американских университетов, за 50 лет своей писательской деятельности написавший более 20 книг, которые впоследствии были изданы на 22 языках, и большинство из которых по сей день являются бестселлерами. Особое внимание хочу обратить ваше вот на такую книгу в первую очередь. Это карманное издание, называется оно «Все о болезнях и вредителях растений». Оно содержит актуальную информацию, поданную в емком виде, сопровождается фотографиями, комментариями автора, значит, здесь вы найдете не только информацию по основным болезням и вредителям в наших садах и огородах, а также борьбу с ними. И, значит, на оборотной стороне обложки здесь есть действующие вещества основных препаратов современных. То есть, к примеру, если взять нам, что нам взять самое особое, часто применяю, фитоверм, допустим. И здесь также аббревиатура расшифровывается, допустим, КЭ – это концентрат эмульсии. И действующее вещество – аверсектин-С. То есть это к чему? Для чего это может быть полезно? Например, вы травите какого-то вредителя определенным препаратом, он не действует, вы начинаете искать пути решения данной проблемы, обращаетесь, смотрите, какое действующее вещество, и ищите информацию по нему и чем можно его заменить гарантированно, чтобы иметь эффект. Далее хочу обратить ваше внимание на книгу «Все о теплицах и зимних садах» этого же автора Хесайона. Здесь подробнейшая информация, начиная с покупки, выбора места, значит, тех же теплиц, тех же зимних садов, вот как расположить правильно теплицу. Значит, какие теплицы бывают, мне очень понравилось, обширный обзор. Значит, по растениям очень много информации, по цветам, по луковичным, по многолетним, по кактусам. То есть книга просто очень информативная. Помидоры, например, кто-то томатами называет. Значит, огурцы, виноград, тыквенные. Также очень важная статья, я считаю, это орошение, уход за растениями. Основные вредители и болезни. Что еще? Много чего еще.